Власть всегда должна быть в курсе проблем населения. С этой целью глава Славянского района Роман Синеговский посещает все населенные пункты муниципалитета. Даже самые отдаленные от райцентра хутора не остаются без внимания. На днях главу района и его помощников принимали жители хутора Ханьков-2 Анастасиевского сельского поселения. Хутор Ханьков-2 – небольшой населенный пункт на берегу реки Кубань. Но, несмотря на его отдаленность и малочисленность, представители местной поселенческой и районной власти – с особым вниманием относятся к проблемам и желаниям жителей. К слову сказать, всегда обоснованным. Приехали для того, чтобы, еще раз говорю, где-то скоординировать свою работу, для того, чтобы всем нашим жителям со временем жилось комфортнее. И то, что от нас зависит, постараемся, конечно же, это сделать. И на малых хуторах тоже хотя бы мы как-то двигались в сторону улучшения. Без долгих разговоров глава района сразу пригласил собравшихся к диалогу. Один из основных вопросов, волнующих всех жителей Ханькова – состояние дамбы, от надежности которой зависит существование населенного пункта во время осенне-весенних паводков. Я по вопросу дамбы. Если только вода поднимается, то все, весь хутор на ушах, потому что может дамбу прорвать и всех затопить. Есть такой вопрос, это как пропуск осеннего паводка, весеннего паводка. Для этого есть специальные службы, которые контролируют ситуацию, я имею в виду уровень воды. На сегодняшний день датчики, у нас два датчика стоят, которые тоже срабатывают, если поднимается вода. Поэтому смотрим за этой ситуацией, но она настораживает как вас, так она настораживает и вас, и нас. Поэтому вот по ремонту именно этого участка. Доложи, пожалуйста. Что... В июне месяце завезено 730 кубов. Мы работу принимали. Это они сами вас сторону Урмы. Да, это были аварийные работы. Сейчас подписан контракт на ремонт 7 километров. Работа началась в городе Кубанска. Подрядчика мы еще не видели, но эти работы запланированы на этот год. А поднятие в основном дамбы до 40 сантиметров по всему телу дамбы. Еще один вопрос, адресованный власти, касался грейдирования 4 километров улицы, ведущей в хутор. Глава района дал положительный ответ по этому вопросу. Щебнем поможем и за дорогой будем следить. Договорились? На сходах граждан жители хутора всегда проявляют активность и говорят открыто о том, что их не устраивает. Власть же, в свою очередь, эти пожелания реализует. Оттого с каждым годом жизнь здесь становится комфортнее. На одной из прошлых встреч люди поднимали вопрос о транспортном сообщении Ханькова-2 со станицей Анастасиевской. Сейчас на хутор автобус делает 3 рейса в день. По автобусу большое спасибо. И еще я бы все, наверное, благодарят, что сделали свет. За это большое спасибо. Еще большое спасибо, что деревья спилили. Вот была буря, сейчас бы у нас линии газовой не было. И Александр Григорьевич, спасибо ему огромное, спилил нам все аварийные деревья, которые находятся вдоль газовой линии. Осмотрел глава района и фельдшерско-акушерский пункт, здание которого требует ремонта. По поручению Романа Синеговского обновят его уже в 2019 году. Изучил он и положение дел в сельском доме культуры. Жители сетуют, что сейчас мероприятия здесь стали проводить гораздо реже. Оказалось, что проблемой для работников СДК стало отсутствие аппаратуры. Чтобы решить ее, для хуторского клуба будут приобретены ноутбук и аппаратура для проведения мероприятий. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».